Для праздничного стола можно приготовить десерт. Очень просто и быстро. Можно взять 1 авокадо, 4 столовые ложки. Вот петушок у нас, 4 столовые ложки какао-порошка. Еще один петушок у нас здесь. И чернослив, изюм, грамм 30. Все это измельчается. И получается у нас... Петушка покажем. И получается у нас прекрасный десерт из 3 компонентов. Вот. А это у нас такая игрушка, с которой играет наш котик. Цыпленок. Молодой петушок. Все. На этом я заканчиваю. Всех с наступающим. Всем удачи, добра, везения, процветания и успеха. Пока-пока.